Всем огромнейший привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотела бы рассказать вам о своих 5 любимых масках. Хотела бы с вами ими поделиться, потому что они мне безумно просто нравятся. Они действительно работают и действуют на моих волосах. Также, я надеюсь, если вас заинтересует и вы попробуете, то они также восстановят и помогут вашим волосам. Итак, первая маска, с которой я хотела бы начать, это маска, которую я показывала вам уже. Показывала ее именно в конце лета. Эта маска очень хорошо восстановила мои волосы после отдыха, после летнего отдыха. Сами понимаете, то, что летом погода именно на волосы действует неблагоприятно, потому что она высушивает волосы, она их делает более такими безжизненными, и они выглядят не очень классно. Но вот эта маска, которую я вам сейчас покажу, она просто спасла мои волосы. Итак, это вот такая вот маска от Charisma Voltage. Это увлажняющая именно маска, она мне очень сильно нравится. Все названия масок будут написаны в инфобоксе. Эту конкретно маску я покупаю уже второй раз. Итак, это увлажняющая маска от Charisma Voltage. Она очень густая, такая, я уже говорила, то, что у нее достаточно неравномерная консистенция. И также здесь имеются такие красненькие гранулки. Я думаю, что все-таки это именно гранулы с маслом. Очень здорово она восстанавливает волосы, очень здорово их напитывает, увлажняет, и всем могу ее посоветовать. Также за 500, по-моему, миллилитров эта маска стоит просто очень-очень дешево, очень она мне нравится, покупала ее в магазине подружка. Вторая маска, которую я вам сейчас покажу, она также от Charisma Voltage, но это уже восстанавливающая маска. Если вы помните, то когда-то там давно я показывала вам в своем из одних видео про уход за волосами такую линейку, как Charisma Voltage с оливковым маслом. Очень она мне тоже нравится, и, собственно, ей я тоже до сих пор пользуюсь. Там огромные просто бутыли по 800 мл. Безумно нравится мне эта серия, и в связи с этим я решила приобрести себе маску из этой же серии. Выглядит она вот таким вот образом. Тоже покупала ее в подружке, стоит недорого, и здесь также 500 мл. Эта маска имеет такой же аромат, как и шампунь с кондиционером, который я вам показывала. Также у нее очень густая консистенция, но она немного жиже, чем та предыдущая, которую я вам показывала. Собственно, вчера делала эту маску. Волосы мне очень нравятся, как лежат. Они очень увлажненные, очень напитанные, не пушатся. Мне просто безумно нравится. И стоит она, кстати, тоже абсолютно недорого за 500 мл и за тот эффект, который дает эта маска. Следующая маска, которую я вам покажу, она тоже очень большого объема. И, честно говоря, когда я ее покупала, я не возлагала на нее никаких надежд. Мы просто с подружкой с учебы пошли прогуляться в Южный двор. Собственно, я там увидела эту маску, она захотела ее взять, и я тоже думаю, ну попробую. Эта маска стоит очень-очень дешево, и у нее очень большой объем. Это вот такая вот восстанавливающая маска «Прелесть». Маска для волос интенсивного питания и содержит масло органа и макадамии, провитамин В5 и витамин В3. Очень она мне тоже нравится, пользуюсь ей очень активно. Но расход у нее также минимальный, потому что она очень густая, очень классно распределяется именно по волосам, превосходно их увлажняет, имеет потрясающий просто аромат. Волосы выглядят после нее вот действительно, как будто вы что-то такое реально вот салонное делали со своими волосами. Очень мне тоже нравится, всем могу ее посоветовать. Стоит, опять же, недорого и объем огромный. Далее покажу вам маски, которые я покупаю, наверное, уже во второй или в третий раз. Они мне просто безумно нравятся. Наверное, это такие маски, которые относятся к разряду экспресс-восстановления. То есть после одного использования этих масок ваши волосы сразу становятся более такими жизненными, наполняются именно жизнью, блеском, увлажнением. Но я могу сказать то, что это именно такой косметический эффект, но они не восстанавливают ваши волосы. Если ваши волосы такие более потрепанные, если вам нужно, чтобы, допустим, завтра они лежали или сегодня после укладки просто восхитительно увлажненные, такие гладкие и послушные, то эти маски, мне кажется, вам точно подойдут. Первая маска – это маска от Organic Shop. Я надеюсь, то, что, если вы помните, я вам уже ее показывала. У меня это маска с органическим маслом авокадо, белым медом и кератином. Здесь 250 мл, там имеются три вида этих масок. Я пробовала только вот эту, покупаю ее уже третий раз. Мне она нравится, но у нее достаточно такой немного странный аромат. То есть, может быть,
Многим, скорее всего, этот аромат не понравится, но там есть другие ароматы, и, насколько я слышала, они более нежные, чем вот этот. Он достаточно такой едкий, достаточно сильный, очень долго остается на волосах, но мне безумно нравится, как эта маска действует на волосы. Она их сразу просто моментально увлажняет, питает, но я повторюсь то, что это, опять же, косметический такой именно вариант, она не восстановит ваши волосы изнутри. Итак, эта маска выглядит вот таким вот образом. Она такая зеленоватая, очень густая, очень едкий у нее такой запах, честно говоря, но мне он нравится. Если вы не любите, когда на ваших волосах такой достаточно яркий аромат, то попробуйте приобрести другую маску. Но, насколько я слышала, эти маски имеют один эффект. Мне она очень нравится. Может быть, попробую другую с более именно нежным таким ароматом, но вот это мой фаворит просто. Я его обожаю и использую именно в тех случаях, когда у меня нет времени сидеть в ванне, нет времени вообще ходить с маской, я наношу ее на свои волосы, буквально там моюсь, смываю, волосы выглядят просто вот так, всем могу ее посоветовать, стоит она, по-моему, тоже не особо дорого, за 250 мл и хватает ее тоже надолго. Последняя маска, которую я хочу вам показать, это такая уже более немного профессиональная, из профессиональной серии, мне она тоже очень сильно нравится, она имеет, во-первых, потрясающий аромат именно таких вот сладостей, карамели какой-то, ее могли видеть уже в одних из старых моих видео, но я ее вот сейчас не так давно, может быть, месяца два назад приобрела, и она мне, опять же, безумно просто нравится, очень люблю ее использовать именно в таких вот экспресс-условиях, когда нужно быстренько помыть голову, и чтобы волосы лежали красиво, аккуратно, не пушились, не было кардака на голове. Это маска от Vella ProSeries из серии Repair, восстановление. Маска восстанавливающая. Здесь написано то, что интенсивно восстанавливающий уход для придания здорового вида волосам всего за 1 минуту. Честно скажу, маски я всегда держу больше 1 минуты, то есть если там написано 1 минуту, и мне нужно срочно куда-то выходить, то я где-то буду все равно держать ее 5 минут, чтобы эффект был лучше. Эта маска, опять же, такая, она густая, очень приятно пахнет, мне очень нравится, то есть именно такой вот салонный у нее аромат, прекрасно, опять же, увлажняет, восстанавливает именно волосы, но, опять же, повторюсь, косметический эффект не восстановит именно волосы изнутри, но если вот, как уже и несколько раз говорила, если нужен такой супер быстрый эффект, то, мне кажется, эта маска превосходно подойдет для этих целей, всем ее могу посоветовать. Итак, это все, что я хотела вам сегодня рассказать, огромное спасибо за внимание. Надеюсь, я чем-то вам помогла, чем-то подсказала. На этом я буду с вами прощаться. Огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, пока.